Как перед предстоящим турниром настрой? Да, настрой у меня всегда боевой. Я практически в любое время готов выйти. Потому что все время в тренировочном процессе более-менее форма всегда нормальная. Если там от боя приглашаю даже неделю за две, я обычно соглашаюсь, потому что мне там остается вести себя буквально. Так, нюансы подточить подлучше соперника, а так практически всегда форма. Расскажите, в каком режиме сейчас тренируетесь, во сколько часов? Ну, сейчас идут двухразовые тренировки, примерно по полтора часа на тренировку. Утром, вечером. Сейчас параллельно со мной готовятся мои ребята. Они теперь со 100 вернулись. На этой неделе турнир в Уфе. 4 человека участвуют. Потом со мной на турнире еще двое. Практически вся команда все время задействована. Про своего соперника знаете уже что-то? Я посмотрел пару боев. Хороший, крепкий. Сейчас в моем возрасте уже все соперники, все опасны. Все молодые, все голодные. Понятно, что победа надо мной для них. Следующая ступенька, чтобы их заметили. Поэтому никакого, конечно, расслабления нет, но я и себя реально оцениваю. Я понимаю, что чтобы ему меня выиграть, ему придется хорошо потрудиться. Просто так он меня не выиграет. Поэтому особо не переживаю. Но у вас, когда вот такое предложение поступило, не было никаких сомнений в воспринимательности? Ну, они ко мне изначально обращались. Я не очень хотел, мне предстоит операция на руке. Как бы ни сфера не хотел, но потом все-таки уговорили меня участвовать. Спокойно отнесся я. Говорю, я себя оцениваю, свою форму как нормальную, поэтому для меня особо трудности не будет. А вот сегодняшняя тренировка как начало? Какие-то важные моменты, уникальные разминки свои? Да нет, я разминку провожу. Ребят, прошу всех, разминались сами, потому что все по-своему разминаются, у всех свой настрой. Поэтому и на тренировке не все специально разминаются. А здесь просто такая интенсивная короткая тренировка, потому что сейчас соревнования уже скоро, нельзя давать большие нагрузки. Такая легкая интенсивная нагрузка. Обычная нагрузка. Еще можно несколько слов о себе, когда вы занимаетесь видами войны? Ну, конечно, основное мое было греко-римская борьба. 11 лет. До 30 лет занимался. Но затем улегся уже смешанным допустим. К 30 годам начал выступать по боевому самбо, рукопашному бою. Обычно все из рукопашного боя переходят в ММА, а у меня наоборот, из ММА перешел в рукопашный бой, боевой самбо. Ну, сколько я занимаюсь? У меня получается стаж уже больше 30 лет тренировок. И сколько из этого времени вы работаете как тренер и готовите других ребят? Ну, я в последнее время в Уфе уже тренировал, у меня клуб был свой, примерно года 3. А в Екатеринбурге уже шло, третий год, получается, 6 тренировок, как тренер стажа, тренерского стажа. А так обычно я сам тренировал, сам себя готовил. Сколько боев у вас было? Вот можно, да, общую там? Ну, это у меня будет, так, собственно, статистику веду, 81-й бой. Из них я уже 11 проиграл, 69 побед. Желаем вам в этот раз тоже победы.